Коба, привет, с вами доктор Влад. И у нас 8 градусов и ветрина, ну, в общем, как вчера. Я на страничке выборов наших американских, ничего не меняется, вот, ну, ничего совсем. Не знаю, когда это, в конце концов, появится. Уже начинают говорить, что нам же собирались еще помощь дать, и все это затормозилось, поскольку Трамп не уходит, вот, а Байдену тоже не дают туда заходить, в Белый дом. Ну ладно, дождемся чего-нибудь. А, ну вот попутно в США предложили ввести санкции против России и не допустить восстановления G8, ну, G8, да, по-вашему. Это, знаете почему? Это по делу Навального, резолюция по делу Навального. Вот такие дела. Ладно, что еще? Илон Маск попал в тройку самых богатых людей мира. Он разбогател очень хорошо, буквально за один день, и занял третью строчку. Его состояние оценивается в 110 миллиардов. Так, он вытеснил из тройку лидеров главу Facebook Марка Цукерберга, у того 104, а у Маска 110. Первое и второе место занимает глава Amazon Джефф Безос, 185 миллиардов, и основатель Microsoft Билл Гейтс, 129. Так, Маск смог войти в тройку на фоне роста стоимости акций Тесла. Ладно, дальше смотрим. Скучновато сегодня. Путин назначил премьера Дагестана в Рио главы Мордовии. Где Дагестан, а где Мордовия, да? И чё? Уже кончились у него кадры, уже перемещает лихорадочно. Да, ну молодых-то не пускают. Ну как пускают, если ты внук, если ты зять или что-то в этом роде. Путину сообщили об отсутствии лекарств от коронавируса в 85% аптек. Вот, ну сообщили, а как же? Самым дефицитным препаратом является ривароксабан, которого нет в 63% аптек. Да, ребят, ну нет лекарств, нету. Хлопок газа произошел в одном из корпусов больницы в коммунарке. Ух ты! И какой-то дым идет. И что там хлопнуло? Трубу с кислородом разорвало. Или разорвало. По некоторым сведениям, во время случившегося людей в помещениях больницы не было, поэтому никто не пострадал. А нафига такая больница, если там нет людей? Как-то странно, это в коммунарке, это там, где держат всех коронавирусных. Ужас, 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 ужас. Пациенты в больнице в коммунарке переселят в соседние корпуса. А там же нет никого. Разгерметизация кислородного шланга. Ох, бардак. США снимают запрет на полеты Boeing 737 Max после двух катастроф. Да, были две катастрофы, и они все-все-все-все-все сделали, и опять их запускают. Будут летать, ребята, да. Большой скандал все время был. Российские космонавты вышли в открытый космос. Покурить, что ли? Ну-ка, что тут? Сергей Рыжиков, Сергей Куть Сверчков вышли в открытый космос. Ну хорошо, молодцы. Суточный показатель заболеваемости коронавируса в России вырос в 2,5 раза с 1 октября. У меня пока нету данных, но много-много. Много. Так, в Джорджии нашли более 2,6 тысяч неучтенных голосов на выборах президента США. Ну, ребят, там он сократил. Трамп сократил разрыв, но нет, никакой разницы нет. В целом ничего не изменилось. Три человека пострадали при пожаре в жилой пятиэтажке в Самаре. Ох, черт. Самара, городок, загорелась я. Ну ничего, пострадали. И до сих пор страдают, кстати. Китай готовится к последнему акту безумия Трампа. Трамп хочет полные штаны санкций наложить на Китай. Ну, не знаю, наложить нет ли. Яков Кедми, Путин лишил Америку шанса начать Третью мировую войну. Америка не собиралась начинать Третью мировую войну. Даже в голове не было таких мыслей. А вот какой-то Яков Кедми, военный эксперт, политолог, думаю, кто такой? Ты кто такой, мужик? А, он знаете кто? Он выступает у Соловьева,
вышла книга Якова Кедми в соавторстве с Сатановским. Ну, понятно. У какой-то противный. Суд изъял у экс-главы Марии Эл развлекательный центр стоимостью 111 миллионов рублей. Да, все, поразвлекался. А куда теперь девочки пойдут? Еще его обвинили в получении взятки в размере 235 миллионов рублей и в незаконном приобретении и хранении боеприпасов. У него что там, маленькая армия, что ли, была своя? Да, арестовали. Ой, тут дальше. Экс-главе центра Хруничева вменяется ущерб бюджету на 5,3 миллиарда рублей. Вот так, миллиарда. Что-то много, да? Так, Совет Федерации дал согласие на задержание в качестве обвиняемого аудитора Счетной палаты Михаила Меня. Да, это тот сын того самого Меня. А он говорит, что я, говорит, впервые слышу о претензиях Генпрокуратуры. Вот, дело в том, что он давным-давно не работает там. Он был губернатором Ивановской области по 2013 год. Он сын, да, священника и богослова Александра Меня, убитого в 90-м году. Вот, а сейчас он давно там не работает, и вдруг ему что-то вменяют хищение. Интересно. Да, вот, аудитор Мень заявил о непонимании сути предъявленных ему обвинений. Т-т-т-т-т. И даже, ну, не признает свою вину, потому что не понимает, в чем его обвиняют. О как! Спортивные мероприятия в Петербурге с 23 ноября будут проходить без зрителей. Без зрителей, ограничивается посещение ледовых катков. Ух ты! Ну да, Санкт-Петербург, там болеют. Без зрителей, потом без мяча, потом без шайбы. Будут сидеть просто в серединке так. И что-нибудь это попивать, да? Команда. А все равно же никто не видит. Потом так счет напишут от балды. Зеленский сдал второй положительный тест на коронавирус. Да что-то ему не везет-то как, а? Второй и опять положительный. Он говорит, я себя ничего чувствую. У него даже обоняние. Обоняние восстановилось, запахи вернулись, силы возвращаются. Ну, он молодой, крепкий, что? Американский корабль впервые сбил МБР при испытании системы ПРО. МБР, межконтинентальную баллистическую ракету. Нормально, что? Перехватили, уничтожили ракету-мишень. Так... Космонавты не смогли заменить элемент терморегулирования на Заре. Вот это Чижиков и Пыжиков выходили в космос, да? Не смогли это замену панели регуляторов, бла-бла-бла. Ребята, старую панель ставим обратно на место. А что ж тогда выходили-то? Гермоконтейнер не поддался открытию из-за тугого болта. Болт не смогли открутить и все назад. Фу. В модуле оставили старую панель, которая до сих пор рабочая. Вот такие дела. Доплаты студентам, медикам и сроки тестирования, главное, о коронавирусе. И чё-чё-чё. Доплата будет студентам, которые работают. И сколько? 10, по-моему, тысяч, что ли. 7-10 тысяч в месяц. Вот такие дела. Это студенты-медики, задействованные в медучреждениях, должны получить право на ежемесячные доплаты, заявил Путин. Путин заявил. В Минобороны оценили потенциал комплексов «Искандер-М». Ну, они немножко дольше смеются. Да. Хороший комплекс. На российского школьника во время урока упали ворота. Пишет диктант такой, да? А бах, на него ворота упали. А, во время урока физкультуры футбольные ворота упали, и в тяжелом состоянии, ребята. Кроме шуток. Господи! Господи! Российские космонавты вышли в открытый космос и провалили поставленную задачу. Но это, оказывается, они провалили задачу. Во время нахождения они должны были заменить старую панель, но не смогли достать новую. Т-т-т-т. Какая-то ерунда, да. Апелляционный суд отклонил иск Шатунова о правах на песни «Ласкового мая». Шатунов больше не будет петь песни «Ласкового мая». Что-то они судятся, там скандалят. Много здесь. Разин, Шатунов, бла-бла-бла, арбитражный суд. Все. Ему нельзя больше петь. Французский трюкач Винсент Рефе
погиб во время полета на турбокрыльях. Ну, знаете, такие вот летают, да? Ну, как, я не знаю, как робот, как будто бы, да? Французский трюкач Винсент Рефе погиб в Дубае во время тренировочного полета на турбореактивных крыльях из углеродного волокна. Мне давно это не нравилось, ребята. Вот у нее такой костюм, да, и это самое, крылья там, и моторы там, и он сам один летит, ну и все. 36 лет ему было во время тренировки. Да ну к черту, трюкачи. Арестованный мэр Томска обратился к гражданам. Граждане, я ни при чем. Предъявленное мне обвинение надуманно, высосано из пальца. Как бы они не вышли. Да не, не выйдут. Ну, посмотрим. В ООН одобрили антироссийскую резолюцию Украины по Крыму. Ну, еще одна резолюция. И что? Временная оккупация, навязывание гражданства, незаконное проведение выборов. Да ну, все правильно, что? Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин назвал подобное заявление Киева брехнёй. Заместитель в ООН и такие слова употребляет, а? Переводчик, наверное, застрелился. Кошмар, кошмар. Сборная России пропустила 5 безответных мячей от Сербии в Лиге наций. Проиграла, да? Да, 0-5. Так, и вот я-то думал, ну ладно, проиграли. Оказывается, это для любителей спорта, вот тут статья на Дзене. Какая боль? Сербия-Россия 5-0. Это полный позор Черчесова. Сборная России в гостевом матче проиграла 5-0. В случае победы национальная команда вышла бы в дивизион. А так фиаско. Полный провал и позор. Вся ответственность за такой результат только на тебе, Станислав Саламович. Надо понимать, Черчесов. Да я его помню в лицо-то даже. Стадо непонятно кого играло в матче с сербами. Да, ребята, 5-0, это что-то много, да? Тогда это было, даже песня была «Аргентина и Майка 5-0», а вот здесь так. Так, и Твиттер потихонечку добрались. Двухлетнему ребенку с коронавирусом понесли медикаменты из поликлиники. 2 таблетки парацетамола. Все. Вот она помощь от государства. Ах, черт возьми. Историю болезни Романа Бондаренко удалили из клиники БСМП. Это тот самый парень, которого убили в Беларуси, избили, он умер. Историю Бондаренко, все. Историю болезни. Нету больше. Нет болезни, нет человека. Глава Минздрава Мурашко: в России на данный момент не хватает 2,7 тысяч машин скорой помощи. И профессор Преображенский пишет: так надо еще 100 миллиардов из бюджета на автозаки для Росгвардии выделить. Должно помочь. Так оно. Крым переходит на картонные гробы. Не знаю, правда, не знаю, нет, но вот так, да. Опа. Жизнь за чертой бедности порождена властью, живущей за чертой подлости. Хорошо сказано, хорошо. Роскомнадзор потребовал от Google вернуть в тренды ролики YouTube-канала Владимира Соловьева. Роскомнадзор потребовал от Google, хорошо. Так, о, интересно, а правда ведь теперь единственный, кто может, не опасаясь тюрьмы, грабануть Путина, это Медведев. Да, он защищен от всех-всех абсолютно, от всей любой уголовной ответственности. Надо же, мужик как-то. Фантазия сработала. Это как? Вопросительный знак и матом. Губернатор Сипягин лечится в платной клинике бесплатно. РЕН-ТВ новости. Ой, для них все можно, ребята. И последнее. ИА Панорама, которая, ну помните, выпускала фейковые новости, разразилась фразой: да вы что, сговорились все, что ли? То есть им уже больше нечего писать. Вот то, что творится, это хуже самого, не знаю, богатого воображения у Панорамы, понимаете? Все, у меня на сегодня все. Но видите, я говорю, вот как-то скучновато. Ну, что есть, ребята? Пока-пока. С вами доктор Влад.